Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмишплей, меня зовут Иван, и мы с вами продолжаем прохождение Mafia 2 Definity Edition. В прошлой серии мы за наши делишки попались немножечко вот в казенный дом, чуть-чуть мы сюда вот приехали, мы сюда очень сильно не хотели, но все, а что делать, все, талоны украл, продал, сел, на 10 лет посадили Вита. Нам дали весточку, что нам нужно найти Джо Галанта. Я помню, как он выглядит, поэтому, в принципе, найти его будет просто. Это такой дедок. Нам нужно найти дедулю. А вот этот вроде. Вот он, да. Джо Галанта. Он нам поможет здесь выжить. Я тебя знаю. Ирлашка. О, Нил, здорово. Ты тот итальяшка, который был с Барбарой в ювелирке. Из-за тебя я за решеткой подыхаю. Ты тупой, потому что ты здесь. Ты за решеткой, потому что у тебя мозгов нет. Ага. Парни, мама была права. Бог он есть. Это он послал тебя сюда, ублюдок. Чтобы я тебе отплатил. Неужели он винит кого-то в том, что он попал в тюрьму? Этот же дебилоид решеткой вынес этот. Машиной вынес решетку в ювелирном магазине. Понимаешь? Но на что вообще он рассчитывал? Вы с твоей подружкой Барбара, покойник. Давай, давай. Оп. И, блин, опять я пропустил. Давай сильно. Это будет попроще, чем когда я твоей мамаше в зад присунул. Вида, ну ты чего? Что это словечки такие? И погнали сильно. Петухов на завтрак ешь. Давай, он уже много раз пропустил. Он уже много раз пропустил. Пора бы ему было лечь уже. Ну давай. Он сильно хотел ударить. А, подожди, я не мог победить. Разойдись! Так, слушай, хватит! Пошли вон! Просто разогнали или в карцер сейчас отправят? Бля, в карцер. Посиди, подумай над своим поведением. Хорош, на третий день в карцере оказался. Закрывай. Блин, мне кажется, с ума можно сойти просто в карцере. Понял, меня чуть не прикончил, но... Я заявил о себе. И знаете, здесь это стоит куда больше, чем кажется на первый взгляд. Да чуть не прикончил, нормально мы справлялись. Я бы его положил. 2 дня спустя. Как долго вы будете его там держать? Пока не сделает выводы. Нет, это мы изменим. Он может драться? Да вроде. Ребята особо не усердствовали. Должен быть в форме. Ладно, открывайте. А, Лео Галанте у нас оказывается с начальником тюрьмы. Проснись и бой, коллега. На короткой ножке. К тебе, посетитель. Повезло тебе, Вита. Меня зовут Лео Галанте. Ты хотел со мной поговорить? Да. Один из ребят Клементе сказал найти вас. Сказал, вы мне поможете. К черту Клементе. Я не собираюсь защищать его людей. Но я видел, как ты уделал этого О'Нила. Ты неплох. Пошли со мной. Подожди, Климента это не его тоже босс? Он из другой семьи? Парни, внимание! Это Вито. Он будет нам помогать. У Пепе намечается важный бой с О'Нилом. Ему нужен спарринг-партнер. Судя по тому, что я видел во дворе, ты подойдешь. Ты поможешь нам, парень. А мы тебя будем защищать. И кто знает, может, ты чему-то научишься в процессе. Сказать нет, не вариант, правильно? Я не помню, правильно. Что мы спрашивали. Ладно, ребята, поехали! Ну, давай поспарингуем. Этот вроде поздоровее выглядит, ладно, чем Анил. Сегодня будем работать над контрударами. Вито, попробуй ударить Пепе. Сверни ему могучую челюсть. Пепе, уходи от удара, как я показывал, а потом выбери момент и сам нанеси удар. Давайте, парни, начинаем. Ну, давай попробуем ударить. Так что, Пепе! Так, держать для уклонения. Не задирай свою будку, черт тебя дери! Так, чтобы уклониться, затем нажмите, чтобы для контратаки. Малыш, ой, ты... хорошо, нормально. Мне понравилось. Ух ты, только посмотрите. Эй, у нас тут спарринг или тренировка? Планы изменились, здоровяк. Малыш с огоньком. Так что теперь оба отрабатывайте контрудары. Это хороший прием в арсенале, а?
Многие вообще не поймут, что случилось. Вот, например, Пепе. Хоть он и немногие. Ну, давай пробовать. Так что, работаем? Хорошо, хорошо. Неплохо. Давай еще два раза. Так, блин, еще раз, Вито. Больно. Ну, давай, бей. Надо ждать, пока он бьет. Хорош. Отлично. Быстро учишься, сынок. Контрудар — это вещь. Ребята, на сегодня хватит. Молодцы. Тренировка 3 минуты идет. Слушай, ребят, так вы точно никакой бой не выиграете за 3 минуты-то? Так насколько ты близок к Клементе, Вито? Не насколько. Если честно, никогда его не видел. Всегда работал с Генри Томасино и Лукой Гурино. Ха, надо же. Этот глист Гурино еще дышит. Как ты с ними связан? Ну, мы пару раз на них работали, и... Лука сказал, что возьмет нас в семью за 5000. Что? Вот же сука, Альберто. Был подонком, подонком остался. А, так это как бы больше, чем обычно? Ага, на 5000 больше. Семью бесплатно семью берут. Семью берут не за деньги, Вито, а за то, что ты надежен, хороший добытчик и вообще... Разбираешься в жизни. Вот бы сейчас в жизни научиться разбираться, да? Новости интересные. Когда это выплывет... Альберта и Луки придется давать объяснение. Кому? Боже. Не забивай голову. Об этом в другой раз. Так, познакомьтесь с другими и уходите из спортивного зала. Откуда старик Галата столько знает о боксе? Так, подожди, мне надо прям... Эй, как дела? Как дела, Вито? Я Сэл. Отлично держался на ринге. Я слышал, он без перчаток дрался, пока не стал... Привет, как успехи? Я Вито. Да, я знаю. Я Эл. Рад знакомству. Нечего делать, знаешь ли. А он, небось, на ставках состояния сколотил. Уинстон ставит 2-1 против Пеппи. Не будь Пеппи мне другом, я бы поддержал. Он не просто животное. 2-1 это нормально, этот, пропорция. Ладно, выходим, покинуть. Поговорили, пообщались, узнали новости. Смотри, куда прешь, Гуайло. Может, если б ты разул глаза, ты б видел, как я тут иду, придурок. Галанте. Подлый белый дьявол. Подлый белый дьявол. Здрасте, мистер Ву. Подлый? Ты подставил на своего, и он продул. Такие уж порядки в нашей стране. Тогда Ву хочет реванш. Я могу это устроить. Ты готов, Вито? Китаец, да? Выдайте ему стремянку и вперед. Ладно, Ву, будет тебе реванш. И чтобы в этот раз без этих ваших штучек. Это без каких штучек? Может, мне стоит рассказать? Китайцы, шустрые мелкие сволочи. Вначале не старайся его свалить. Не попадешь. Ладно, что мне тогда делать? Бей быстро, измотай его. Когда он ослабеет и уже не сможет уворачиваться, тогда добивай. То есть быстрый удар. Окей, хорошо. Быстрые удары, так быстрые удары. А китайское печенье из китаёза этого выпало? Ща выбьем. Давай, давай, что вот это, что тут это? Ты только что спарринговал, ты полностью размялся. Давай, бей. Контр удары, я помню, что меня учили. Быстрее бей его, вот так, бей его, бей! А, подожди, это не тот удар, в который можно контратаковать, что ли? А нет, тот, я просто поздно бежал. Плохо учился. Давай еще разок. Забей его до смерти, забей его до смерти. Забей его до смерти. Быстрее победи, быстрее победи. Давай. Его учитель будет не рад. Чей, твой или твой? Твой или твой? Бей его живо. Мастер, мое кунг-фу получается лучше, чем твое. Давай. Блин, все равно контрудары не всегда срабатывают, жаль. Эй, что ты делаешь? Готов. Отправляйся в свою деревню. Здесь я мастер. Это мой ринг, мой дом. Неделю спустя. Блин, так что, даже это, не сказали, красавчик Вито. Нормально с ним разделался. А, стоим просто, да, не двигаемся, окей. Пошли, Скалета, опоздаешь на работу. Какую работу? Какая работа в тюрьме может быть? Убирать разве что-то, наверное. А может, у них есть здесь швейный цех? Будем сейчас робы шить. Мне кажется, это подстава какая-то.
Охранники же могут завешаны быть вообще в любых делах. Заведут его сейчас куда-нибудь и попробуют отпиздить. Эй, слушай, у Вита выходной. Спасибо мистеру Галанте. Ясно. Губу не раскатывай, Скалета. Ладно, пошли, Вито. Следуйте за человеком Галанте. Опять будем тренироваться? Что-то вроде. Увидишь. Доброе утро. Доброе утро, мистер Галанте. Не тренируемся? Нет-нет. Нам бросили вызов черномазые. Но я не хочу рисковать Пепе перед большим матчем с О'Нилом. Так что я хочу поручить это тебе. Практика не повредит. Слушай. Лишний раз помахаться можно. Конечно. Мы здесь по факту только в рукопашку и будем тыриться. Ну а чем еще это же тюрьма? Парень, с которым ты будешь драться, здоров как бык, но туповат. Сердцем дерется, не головой. Выведи его из себя, и тогда вали его. Это как? Ладно, поехали, не подведи. Выведи его из себя, это как? Как его вывести из себя? Контратаковать постоянно? Смотри сюда! Я отведу тебя с мерзкую школу! Я его так отделаю, что родная мама не узнает! Погнали! Ну что, котлеты, сдаетесь? Ну же, моя бабушка и та сильнее лупила. Давай, давай. Посмотрим сейчас, как твоя бабушка дерется. Филонишь, как обычно? Кто учил братана драться? Мы размажем вашу белую соплю. Боже, я так обожаю про эти все российские вот эти вот все выкрики их. Вито, покажи козлом, где их... Давай, Вито, хватай его сейчас, сынок. Выруби его напрочь. Можно хватать. Этот парень победит не раньше, чем братан президентом. Ага, я только что победил. Получается, где-то будет президент, да? А, молодец, кстати, будет. Малыш, молодец. Твоя доля, Вито. Ты заработал. Что я заработал-то? Сухер. Синий идет. Делаем вид, что что-то мы. Шум, мать вашу. Это что, групповуха? Ладно, выходи, Скалета. К тебе пришли. Посетитель. Так, мы в тюрьме, кстати, сколько? Неделю, получается? Чуть больше, наверное, недели две. 5 дней прошло, потом 2 в карте. 3 дня прошло, потом 2 в картере, потом неделя. А, сестра пришла. Привет, Вита. Привет, Франни. Как дела? Хорошо, хоть у успел меня хорошо. Долг Очень отдать. Очень хорошо, спасибо. И что нового? Я должна тебе кое-что сказать. Я выхожу замуж, Вита. Да когда ты успела? Мадонна, здорово. То есть, ну, лучше бы он сначала у меня твои руки попросил, но я за тебя рад. Так ты в тюрьме сидишь. Вита, ты же в тюрьме. Посмотри на себя. Как ты дошел до такого? Так, судья мне уже прочитал мораль. Больше не надо. Давай, давай не будем. Вита, я на самом деле из-за мамы. О чем ты? Что с ней? Она больна, Вита. Уже несколько недель болеет и лучше не становится. Так, Франни. Иди к Джо. У него остались мои деньги. Найди самого лучшего врача. Остаток тоже возьми. Подарок на свадьбу. Вита. Нет-нет, серьезно. Мне они не скоро понадобятся. Похоже, мне пора. Ты это, береги маму. Скажи, я люблю ее. Обязательно. Спасибо, Вита. Пока. Блин, хороший подарок на самом деле на свадьбу. Там $1000 осталось. Большие деньги. Неделю спустя. Но он реально пару недель в тюрьме же, нет? Пошли, Скалета. Сортиры сами не помоются. Сортиры пойдем мыть, зашибись. Прям то, что надо. Это именно то, что я хотел, когда качал «Мафию 2». Помыть сортиры в тюрьме. Идеально. Неповторимый геймплей. А чё здесь столько охраны? Ты у нас новая уборщица, да? За мной. А, здесь душ. Все, я понял. Теперь понятно, почему так много охраны. Я думал, если это просто пустой туалет, то смысл его так охранять.
Да ладно, красиво поет. И поживее, чтоб сверкали. А, ну заткнули все пасти, ну! Да ладно, ребята, я просто немного распеваюсь. Неповторимый геймплей чудесной игры. Это то, что мы хотели видеть от игры. Мыть туалеты. А вот это, кстати, опасно. Вон разбит один писсуар. Об этом можно убить. В чем дело? Драй давай. Хуже будет. Блин, ну за это как бы можно и перо под ребро словить. Не, чувак? Эй, а этот чего грязный? Мой еще раз. Давай, давай, Вита. Пора заканчивать. Мой додыр, мой додыр. Теперь марш в душевую к остальному стаду. Шагом марш! Ладно, Скалета, раздевайся и мой свое величество. Так, я надеюсь, сейчас ничего блюрить не при... Не, нормально, вроде нормально. Вроде можно не блюрить, хорошо. Так, где тут? А, сюда надо? Я думал, надо, типа, нажмите А, чтобы помыться. Не, ну хорошо на самом деле, хотя бы дали помыться после мытья туалетов. Чего застряли, а? Шевелите булками. Слушай, Фрэнки, у нас тут дельце небольшое. Ну, ты понял. Сходи покури, что ли, а? Ладно. Развлекайтесь, извращенцы. Ой-ой-ой. Дело пахнет писюнами. Какие шрамы, красавчик. Где ты их получил? Прости, сладкий. Ты очень ошибся дыркой. Можно по-хорошему или по-плохому. Выбирай. Есть идея получше. Долби своих петухов. Ну и вообще, шел бы ты нахуй. Запикали мат. Ясно. Значит, по-плохому. Будем триться с пидором в этой... Шоу начинает. Ты же, ты ж вообще не боец. Ладно. А все могло бы быть. Просто... А ну повтори, сладенький. Меня заводит. Сейчас я тебя так заведу. Времени мало. Дьявол, а парень-то боец, а? Так, еще не готов он принимать, да? И погнали добивание. Этих двоих тоже придется отмудохать. Да, их всех придется видеть. Странно, что они такие ждут своей очереди. Обычно это все толпой заканчивается. Че? Эй! Эй! Так, так, так. А-а-а. Это что еще такое? Сейчас в карцер закинут. Нормально, блин. Сам ушел, они на меня кинулись, сейчас еще и буду крайним. Давай, парень, с песней. А, еще в почте пришло. Почитай. Вроде важное. Письмо. Нет, нет, нет. Мама умерла, пока Франческа меня навещала. И вместо врача и свадьбы все мои сбережения ушли на похороны. А он в тюрьме и даже на похороны не сможет попасть. Мистер Галанте хочет тебя видеть. Пошли со мной. Блин, мистер Галанте мог бы меня из карцера вытянуть, не? Как бы чуть-чуть шепнуть, кому надо. Рад тебя видеть, сынок. О, а че он со сломанной рукой? Что стряслось? Ирландцы решили играть грязно. Вчера парочка из них подкараулила, ну, Пеппи. Еще бы, конечно. Ни хрена себе парочка. Ладно, ладно. Но им это с рук не сойдет.
Что делать будем? Гасить. Пеппи уже все продумал. Я тут кое с кем перетер. Короче, О'Нил сейчас один в спортзале. Охрана вернется не скоро. Просто отделай его как следует. Сломай пару костей, как они мне сломали. Ясно? Да, ясно. Ладно, пошли. Не пуха, парень. Все честно. Все честно. У нас будет реванш я с О'Нилом. Я подожду. Если охрана вернется, я дам знать. Ладно. Тогда вперед. Че, О'Нил, разберемся наконец-то с тобой, да? Эй, О'Нил. У меня тут к тебе одно дельце. Вот ты-то мне и нужен. Два дельца, левое и правое. Так, я умею контратаковать. Иди сюда, Мэри. Давай, бей. Еще разок ударь. Вот так вот. Еще, сильно тут тебя охрана не спасет. Так и не соберу. Умничка, Мэри. Да меня мамуля колотила больно. Это все? Он тоже умеет, кстати, контратаковать. В этот раз я тебя прикончу. А почему он отскочил? Я же держал X. Давай. Не думаю. В этот раз я не буду нервничать. Неужели ты так что-то сломал? Надо взять гантелью и кисть. Боже, разгробить. Из чего ты сделал? Малышка, ну же, постарайся. Черт, мало хп, да? Ладно, один раз отделал, а делаю еще раз. Так, еще раз. Я буду контратаковать. Блин, он нож достал, но это вообще уже, конечно, перебор. Решил пером помахаться, да? Надо по яйцам ему ляпнуть один раз. О, отлично. Все, О'Нил. Заткни пасть. Отбегался. Да, это, конечно, уже серьезное дельце. Это не просто драка в спортзале. За это могут еще срок накинуть. Все обошлось. А-а-а. Никто не узнал, повезло. Чья это работа. А че, что за кабинет такой? Лео устроил так, что меня перевели к нему в камеру. Скорее уж, номер люкс. С каждой минутой жизнь налаживалась. Так это камера Лео, нихера себе. Что ты будешь делать, когда выберешься из этой дыры? Я не знаю. Одно скажу, точно не буду работать на Клементе. Да уж, лучше тебе забыть про этого старого ублюдка. Поверь мне, Альберто — большая паскуда. И того адвоката он нанял только за тем, чтобы ты его не слил. Но не бойся, он свое получит. Брать в семью за деньги, как тебе предложили, это не по правилам. Ему придется дать объяснение. Кому? Я думал, Клементе, босс. Не, мне кажется, видимо, не сам. Ты вообще не представляешь, как все устроено. Видишь ли, в Empire Bay не одна семья. Их три. Каждая контролирует свою территорию. Существует система правил. И если возникают разногласия, то боссы всех семей встречаются, чтобы разобраться. Это комиссия. Круто. А мне что делать? У меня тоже проблемы. Нет. Ничего подобного. Ты молод, умен и доказал, что умеешь молчать. Такие парни всем нужны, ни одному Клементе. Да, но я даже не знаю, кто есть кроме него. Кроме Клементе есть еще два босса. Один Карло Фальконе, второй Фрэнк Винчи. Карло молод и честолюбив. Да псих он двинутый. Он из молодых. А вот Дон Винчи... Я думал, Сальери будет. Уважает старый. Куда же Сальери делся? Вы их знаете? Можно и так сказать. Я консильери Фрэнка Винчи. А ты думал, любой старичок все это может? Да, кстати, Вито, я выйду через пару месяцев. И тогда мы постараемся немного изменить твой приговор. Пепе, иди, попробуй. Так, получается, дедуля, он правая рука Винчи. И есть еще два босса мафии. Я, если честно, думал, что Сальери еще жив. Почему мы тогда пойдем за Сальери убивать? Неизвестно. Я думаю, нам это расскажут. Я даже и вот просто на этот нюанс никогда не обращал внимания. Памяти Франческо Потенца. Empire Bay, 10 апреля, 51 год. Это он уже отсидел 6 лет, получается. И опять нету... А, вот здесь музыка должна играть. Галанта не соврал. Во. Он устроил так, что я вышел на свободу пораньше. Почти что на 4 года. Как все изменилось, да? Какие тачки уже здесь катаются?
Джон навещал меня и как-то пытался приносить новости с воли, но, выйдя из ворот, я оказался просто в новом мире. Вау. Так, мы приехали к Джо. Слушай, я попробую, может быть... А, не, не надо. Открыть новый элемент графики. Погнали к Джо. Как все изменилось, смотри, какое все солнечное, яркое. Это тебе не зима, как в первой части. Конечно. В первой части игры, я имею в виду. В первой половине... Я не знаю, в первой части. Сейчас все, наверное, подумают про первую часть «Мафии», а я конкретно про первую половину именно этой игры. Ну, может быть, не половину, может быть, больше. Не знаю, хочется, конечно, с музыкой играть, но стопудово будет прилетать авторские права, прям вот не хочется мне их видеть, если честно. Поэтому какие-то моменты мы будем играть без музыки. Тем более, это очень редко достаточно. Что, никого нет, что ли, дома? Барбара, ты чё? Вита, ты из тюрьмы сбежал? Черт, как же я рад видеть тебя не в робе и не за решеткой. Добро пожаловать домой. Заходи, заходи. Слушай, столько изменилось с тех пор, как я сел. Да уж, я думаю. И да, всегда, конечно, но я для тебя замутил такую славную квартирку, как ты хотел. Спасибо. А еще у меня сюрприз. Мы празднуем твое возвращение, и я тебя кое-кому представлю. Хм, хороший план. Пока не обустроишься, тебе понадобится деньжата. И ствол у меня для тебя припасен. Лишним не бывает. Вот. Так какие планы, свободный человек? А ты как думал? Хочу снова работать с тобой. Хорошо. Я уж боялся, что тебя там исправят. Вообще-то многих узнал и многому научился там, за решеткой. Теперь гораздо лучше понимаю, что к чему. Отлично. Я тут, как ты понимаешь, тоже штанов не протирал. Но ты не бойся. Я тебе все покажу, как всегда. Ладно, так чего мы ждем? Пошли. Боже, я не думал, что ты будешь так бить копытом. Ну ладно, черт с тобой. Пошли, квартирку посмотрим. Я бы на самом деле сразу с Джо поговорил и объяснил бы, что возьмем к чему вообще идет. Возьмем мою тачку и поедем смотреть квартирку. Ты за рулем. Вспоминай, привыкай. Надеюсь, за решеткой ты водить не разучился. Эй, чего ты дергаешься? Это же как на велике. Ну знаешь, если велик раздолбаешь, тебе не платить целую гору за ремонт. Ладно, ладно, я понял. Ворчишь как бабка. Да, очень на это надеюсь. Если ты еще не заметил, машины теперь совсем другие. Увидишь. Да. Моя квартирка дальше по улице, прямо возле променада. Тебе понравится. Так, а у тебя тачка в твоем гараже или я могу из своего достать? В твоем. Уже новые машины пришли. Такие более современные. Но он все-таки 6 лет отсидел. Здорово, что ты вернулся. Я неплохо справлялся, пока тебя не было. Но теперь нам сам черт не брат. Генри давно видел? Не, пару лет как не встречал. Он ведь переживал из-за тебя. Так как твои успехи? Когда ты меня навещал, это ж не разговоры были. Ну, после того, как Клемент и этот паршивец Лука пытались нас кинуть, я зашел... Джо все-таки в курсе про Окей. Про Клемента и Лука он все-таки в курсе. Давай я попробую музыку поставить. Пускай пытается играть. Радио я все равно не буду включать. А музыка в... Ну вот, даже банально в меню музыка есть. За семьей Фалькона, и теперь работаю на них. Правда? Фалькона, отлично. А, вечером увидишь. Я же сказал, у меня для тебя сюрприз. Можешь не спрашивать, все равно не раскалюсь. О, боже. Не бойся, я об этом несколько недель думал. Вот этого я и боюсь. Несколько недель думал о чем. Так вот, я думал, что Джо надо предупредить по поводу Клемента, но он уже оказывается в курсе. И он как раз работает с Фалькона, отлично. У нас там есть уже свои связи, свои связи. Получается, мы лично знакомы с правой рукой. С правой рукой. Этот консилидер, или как он там сказал? Консилидер. Короче, вот этот вот, это вторая рука. Дедуля, с которым мы сидели в тюряге, это вторая рука Дона... Дона. Отлично, мы вторая почти рука приехали. Дона, все. Тормози тут. Пойди погляди. Верхний этаж. Я тебе уже оплатил первый месяц. И, кстати, вход в твой гараж там, в переулке. Спасибо, Джо. Большое спасибо. Да, и насчет сегодня. Пойдем в серьезное место, так что купи костюм. Туда не пустят в виде, я сегодня вышел. О, сейчас Классное пойдем место. За костюмчиком. Так, осмотриться в квартире. Погнали, посмотрим, что там у нас в квартире есть. Все, это уже собственная квартира, это уже не диван у Джо, это не комната у мамы, это нормальное мое жилье. Так, а как комната же вообще будет находиться? Не, подожди, выше еще что ли, четвертый этаж? Ну да. Вот она! Уверен, вам понравится. Я сам в такой же квартире живу. Видите, даже телефон есть. Отличное бесплатное дополнение.
А это ванная. Чистая и современная. Горячая вода круглые сутки. Ну, слушай, неплохая квартирка, нормально. А это спальня хозяина. А это хозяйская кровать. Очень удобная. И места хватит на двоих. Mm-hmm. Даже на троих. И она не скрипит. Это безусловно. Все, давай, чеши отсюда. Рассказываешь мне тут, затираешь. Надеюсь, вам понравилось. Сам разберусь. Ваша квартира, сэр. Есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Только один. Когда вы уходите? Прекрасный вопрос. А теперь, с вашего разрешения, я поеду к следующему клиенту. До свидания. А, пока. Давай, двигай, двигай отсюда. Так, сейчас, секундочку. У меня тут уведомление было включено со звуком. Так, взять еду или напитки? Давай сэндвича бахнем. Сэндвича бахнем в новой квартирке и теперь на выход двигаемся. О, давай переоденемся. Давай переоденемся в какой-нибудь поприличный костюм. Награда учетной записи, костюмы, очки. О, давай в этот. О, ты посмотри! Вообще-то что надо, хорош. Но надо все равно сгонять еще за костюмом. Надо сгонять, купить еще все-таки новый костюм. Этот, конечно, крут, но он, не знаю, игра распознает, что это, типа, действительно тот костюм, который нужен. Так, подожди, я сейчас разобраться еще, как мне в переулок выходить. Потому что туда нам выйдем... А, скорее всего, сюда, в переулок. Нет, дверь не открывается. Не, подожди, нам надо разобраться, где мой гараж и как к нему попасть. А, гараж, вот, да? Да, здесь гараж. Мы сейчас возьмем какую-нибудь крутую тачку. Давай, мы знаешь, какую возьмем? Какую я хочу машину? Не, хот-рот не хочу, слишком круто. Давай, наверное, вот эту. Прокатимся на ней. После тюряги самое то, что надо. Ух, ничего себе! Она рвет вообще нормально. Так, подожди, а мне... отправляйтесь к Джо. А сколько у меня денег? 200 баксов всего лишь. Ну, слушай, я не буду пока тратить деньги на костюм, потому что 200 долларов это очень мало. Давай, давай, тапочку в пол. Не, летит вообще просто как сумасшедшая. Я на ней легко расшибусь. На раз-два просто. Ладно, Джо, надеюсь, засчитает, что у меня есть костюмчик уже, потому что я не хочу тратить еще деньги. А я уже в этот гараж не припаркуюсь? Не, могу припарковаться. Все, отлично. Ну, мало ли, чтобы не украли. Ты что, такой автомобиль? Любой захочет его встретить, тем более там он без крыши. У меня не было задания идти и купить костюм, но я, в принципе, в костюме. Все, уже дверь закрыта. Я уже здесь гость. О, господи, я уж думал, ты не придешь. Неплохо, хорошая ткань. Отлично, хорошо, костюм. Спасибо. Засчитался. Так что с планами на вечер? Все узнаешь. Нас отвезет мой друг. Познакомился с ним, пока ты прохлаждался. Веди себя прилично, он вроде как важный человек. Да ну. Сейчас увидишь. Вот и он. Джо, вот и... как дела? Неплохо, неплохо. А это значит твой дружок? Да, это мой друг Вита. Вита, мой хороший друг Эдди Скарпа. Эдди Скарпа. Знакомство, Эдди. Взаимно, Вита. Ребятки, я умираю, хочу выпить, поехали. Привет, Вито. Хочешь за руль? Я уже слегка нагрузил. Но, Джо, ты сказал ему, куда мы едем? Нет, сказал только, что сюрприз. Ну, ему понравится. Да уж, надеюсь. Если только он не испортился в тюряге. Эй, о чем вы тут болтаете? Он, мне кажется, к девчонкам повезет. Да ладно, можно ему уже и сейчас сказать. Он уже дотерпел. Расскажем в машине. Сто пудовок на какие-то гулянки повезут. Тогда, если на гулянке, тогда я прям вообще идеально оделся. Если на встречу с боссами мафии, то... Поехали. Знаете, было бы здорово, если бы вы сказали, куда. Веди к Ойстербей. Так, к месту встречи. Ну, поехали. Да чё, не переживайте, я нормально еду, аккуратно вожу. Лучший водитель в городе, между прочим. Тихо.
Так что, Вита, чего тебе больше всего не хватало за решеткой? Свободы. Понятно, кроме того. Ну, я не знаю. Пьянок, девочек, бейсбола, да всего. Лучший водитель в городе. Вы что, на бейсбольный матч меня везете? Нет, Вита, мы везем тебя в лучший бордель в городе. Бордель, а? Ух ты. Вита, да ты что-то не возбудился. Давай, не говори мне, что после всего этого не хочешь оторваться. Не бойся, Вита, девочки свое дело знают туго. Если ты забыл, что куда, они тебе мигом все поставят. О да, гульнем на славу. Вы это, не давайте мне много пить, кое-что еще надо уладить. Что может быть важнее кисок и выпивки? Да знаешь, вот бывает. Иногда надо делать то, что надо. Вита, ну что, гони давай, а? Да едем, едем. Ну прям если гнать, то погнали. Блин, 200 баксов в кармане, это как-то маловато. Надо бы пару дельц провернуть. Может быть, пару тачек пригнать каких угодно. Эй, ты же на красный проехал. Да и что? Вы же сказали гнать. Ну если мы гоним, то гоним, все по-серьезки. Никаких тут вам красных или еще чего-то. И вот так вот даже будем делать. У-ху, закрыл шашечку, ты видел вообще? Хо-хо-хо. Так, ладно, приехали. Сейчас будет у нас, походу, блюр. Сейчас у нас будет... Я не знаю, заблюривать или не заблюривать. Наверное, нужно лучше заблюрю на всякий случай. Мало ли что. К черту. Не хочется никакие там баны ловить всякие или еще какие-то предупреждения. Так что ты сейчас видишь блюр. Ну, в принципе, ничего там с такого сверхъестественного не происходит. Я говорил тебе с Лео Галанте, Вито. Он рассказал мне, что Клементо пытался вас кинуть. И сказал, что ты парень надежный. Тут даже какие-то начал что-то лагать. Ну, слушай, между нами, почему ты вообще этим занялся? Понятно, у каждого свои причины, но... Потому что... Понимаешь, я не хотел пойти по отцовской дорожке и... Нет. Да. Я просто понял, что никто мне не поможет. Только я сам. Ничего. Да, хорошо. Да. Все, детка. Точно пиши. Будет блюр на экране. Точно. Так, Вито, слушай. 100%. Я работаю на Карло Фальконе, и мы собираемся расширяться. Джо уже некоторое время на нас работает, и раз ты его друг... Мы тебе хотим сделать предложение. Что скажешь? Ну, я заинтересован. Окей, выпьем за это. За вас, так... ребята, и за общее светлое так будущее. И не сказал, какое предложение он хочет сделать. Мне сегодня много пить нельзя. У меня есть одно дело. Да, мы помним, помним. Одно дело, после из-за которого тебе нельзя много пить. Так, у них здесь геймплей. Пока никакой игровой составляющей нет, они просто веселятся. Карло умный, он шарит в этой, этой астрологии. Может, астрономии? Они уже накидались. Иди ты, звезда с ушами. Извините, дамы, но мне пора. То есть, я так понимаю, Вита пока веселился с девчонками, и они вдвоем прям в дрободан. Вита! Поехали! Эй, Джо, подъем! Это не Джо спит на диване. Они очень сильно напились. Я домой. Спокойной ночи, шлюхи. Ой, ладно, очень странная часть игры была, часть миссии. Так, садитесь в машину, Эдди. Копов, ага, конечно. Вот алкаш, а. Вот она. Да? Ну да, ладно. Эй, а ключи мои где? В кармане проверь. Поведет. Он из нас из всех самый трезвый. Да садитесь, ёпашу мать. В следующий раз больше кисок, меньше пьянок. Залазьте уже в тачку. А, все. Я думал, что-то залагало и придется сейчас немножко поездить, чтобы они сели.
Так что, Вита, понравилось тебе там? Получше, чем с сосиской в душе развлекаться. Ух, ёпта, ты что творишь? Аккуратненько. Чуть не вылетел. Эдди, ты блеванул, что ли? Что? Я в своей машине никогда не блюю. Да что за... Чем тогда смердит в машине? А, ну да, и я унюхал. Наверное, Фрэнки Потс. Он блеванул в твоей машине? Да нет, он в багажнике. Что? У него трупешник в багажнике, зашибись. Он виноват, Джо. Я тебе сказал, что мне надо кое-что уладить. А ты взял меня и напоил? Эй, с каких это пор кое-что уладить, значит, мертвец в багажнике? Это обычные дела мафии, братан. О, Вита, успокойся, Айспета. Что-нибудь придумаем. А что тут думать? Закопаем жмурика и все. Я уже подобрал местечко в старой обсерватории. Ай-яй-яй. Извини. В багажнике. Яма уже готова. Надо просто его туда сбросить и закопать. Слушай, а не подозрительно, что там эта яма возле старой обсерватории? Близко. Нам надо проехать... Ладно, немножко притопим. По лесу до полянки. Чуть-чуть притопим, пока нету там... рядом копов. Давай побыстрее. Да, еду уже. Боже, я уже понял, что надо немножко быстрее добраться. Это чертова вонь меня. Ты сейчас блеванешь в своей тачке, да? Стопудово. Они очень сильно пьяные, их сейчас растрясет, и еще плюс вонь в машине. Тут сам Бог велел немножко настругать. Так вот, а никого не заподозрит, что в обсерватории-то яма? Нам не будет хотя бы это звуком воспроизводить, нет? Нормально, вроде сидит, пока не дергается. Ой, поздновато. Все, накрошил в тачке. Что за водище? Эй, ну машина-то его... Главное, чтобы сейчас цепная реакция не пошла. Да, вонь, уже некуда. Да. Разве что он тут же и нагадит. Рад, Вита, что вернулся из тюрячки, да? Как тебя встретили? Да ладно, зато с девчонками развлекся. Все хорошо. И, в принципе, наверное, на халяву, да? Да, 200 баксов в кармане, все как надо. Опа, шашечку закрыл. Столб не в счет. Столб не считается, шашечка закрыта. Я утверждаю на закрытую шашечку. Хорошо, я вовремя... Ой, что такое? Ой, это у меня что-то лагает. Интересно, оно перестанет или мне это... Блять, это что за хуйня? Отлично просто. Я надеюсь, что это не отвал у меня какого-нибудь чипа в видеокарте. Иначе будет очень-очень обидно. Это было редкое явление. Ночное небо, которое коснулось земли. Все, едем дальше. Ладно, это просто баги какие-то, бывает. Бывает, я этой игре прощаю. Мы в эту игру играем не за графику. Мы играем за офигенский сюжет просто. Пока сюжет прекрасный. Туалеты помыли, с девчонками покувыркались. Идеально. Все, как я люблю. Приехали на место. Так, ой, как я ее расквасил, ё-моё. А еще сейчас мне закапывать придется, потому что я самый трезвый. Вита, открой багажник. Ага. Ты шутишь? Здорово, просто здорово. Давай, Джо, накроши ты тоже. А нечего было, нечего. Надо было днем еще с этим разобраться. Вашу, мои ботинки. Господи, боже. Там уже мухи завелись. Бога в душу, мать! Эдди, сколько он тут лежит? А, да пару дней. Пару дней не мог решить вопрос. Вот, блин, здорово. Меня сейчас вывернет. Добро пожаловать, блин, домой. Добро пожаловать домой, Вита. Блять, еще все эти звуки, они так громко, блять, воспроизвели. Я, если не забуду, сделаю потише. Эй, вот же яма. Вот она. Он еще туда свалился.
Фредди, вылазь, блядь. Ой. Я бы вместе, наверное, с машиной лучше это все сделал, и все. Мадонна. Так. А кто его зароет? Кто, кто? Ты, Вита? Что? Погоди. Я сейчас приду в себя. Может, ты сам лучше, а? Ага. Каждый раз, когда я его понюхаю, прям блевать тянет. Бля, пацаны, вы мне пару соток должны. Ладно, черт с вами. Эй, парни. А хотите музыки? Да какой музыки? Ты чего, Эдди? Заткнись. Они издеваются. Мы тут труп закапываем. Спокойной ночи, Бобби. Мне пора. Мы такого продолжения вечеринки не планировали. Спокойной ночи, Бобби. Тебе гораздо меньше понравится, если я тебя лопатой приложу. У нас здесь пикничок, если что. У нас здесь культурное мероприятие на природе. Все? Зарыли? Погнали отсюда. О, кстати, а там прям яма, что ли, видна? За этим камнем? Вообще, ни разу не подозрительно. Да, вон присыпана, прикопана ямка. Блять, ну это же такое палево. В обсерватории, тут же людей столько ходит. Хотя бы как-то листьями закидали, я не знаю, чтобы она успела травой порасти. Эдди, я за это тебе всю тачку разбил. Переключай радио, понял? А в смысле, какое радио? А, это не радио, это музыка сейчас. Ай, пускай поют, ладно. Черт с ним. О боже, бедный Дино. Понаслаждаемся немножко, у меня там колпак отлетел. Да, слушай, здесь это статичное явление. У нас снова звездное небо. Мы проедем просто, наверное, насквозь, и все будет хорошо. Но у меня так все жестко залагало. Не хочется как-то перезагружаться из-за этого, блин. А ты долго будешь? Я не понимаю. Стой. Не, ну что это такое, блядь? Блядь. Так все. Это все. Приехали. Ладно, давай попробуем перезапустить. Я не могу с этого просто. Блядь, у меня еще зависло все. Ой, ну вот знаешь, покупаешь когда приставку, ты думаешь, что ты будешь просто играть в игры, блядь. Без всей этой мозгоёбки. Да нахера я эту приставку покупал? Лучше бы коп себе собрал, ей-богу. Я уже за последнее время раз 10 так подумал. Еще мафия взяла, подвела. Да, мы знаем. Я надеюсь, что хотя бы ты как с какого-нибудь не сильно далекого места продолжишь. Добро пожаловать, да. О, слушай, а что там в доп-материалах, интересно? Семейный альбом. Вита Скалетто. Прикольно. Джо Барбара. Ну, мы потом, может быть, потом это почитаем. Если интересно это почитать, пишите в комментарии, зайдем, почитаем. Продолжить историю. Если машина слишком повреждена, она ломается. Вы можете починить двигатель, подняв капот, но полный ремонт возможен только в мастерской. Серьезно, можно починить двигатель, подняв капот? Я вообще первый раз про это вижу. Так, окей. Ну, в принципе, нормально, мы уже закопали. С неприятной частью разобрались. Отвезите пьяных к Джо. Вито, не переключай радио. Поехали. Че, звездное небо там закончилось? Да вы что, издеваетесь? Люблю я эту песню. А и на месте здесь ворота, конечно. Бедный Дино. Все хорошо, звездное небо починилось. Ясно. Немножечко накосячили с текстуркой неба, вот и все. Самую малость. Сломалось динамическое освещение какое-нибудь, наверное. Ладно, полетели, отвезем их домой. Вот так вот. Опа, опа, шашечку закрыли. Блин, знаешь, мне очень нравятся треки в этой игре, просто офигенные. Они такую атмосферу делают классную, но они стопудово все под авторскими правами, потому что очень старые, и стопудово их все уже кто-нибудь себе прикарманил. Потому что в первой части мне постоянно прилетало за музыку. Мы сейчас посмотрим, как у нас эта поездочка пройдет. Я эту серию закину побыстрее, чтобы он мне ее проверил. И если все будет хорошо, то как бы будем играть с музыкой. А если нет, то без музыки. Главное, чтобы переснимать не пришлось. Бачком. Блин. Певцы из вас так себе, ребята, если честно.
Вот представляешь, а прикинь, как было бы забавно, если бы музыка не играла, они бы самое просто орали. Красивое по-итальянски. Ну, Виктор, ты же знаешь ее. Подпевай. Спасибо. Блин, дай по приколу, подожди. Будут они петь, не будут? А, нет, не будут петь, жалко. Было бы прикольно, если бы они орали. Давай 40 сделаем, потому что как-то многовато было. 50, если честно. Немножко по ушам било. Их эти рев на всю машину. Колпак улетел опять. Да, без колпаков едем. Эдди, ой, Эдди, извини, пожалуйста. Я не хотел тебя так тачку разбить твою. Все, сами дальше дойдут. Извини, Вита. Понимаю, не лучшее завершение банкета. Но правда, я у тебя в большом долгу. Машина, Эдди, оставь тут, он на ней завтра домой поедет. Очень удивится он, Вони. Завтра посидим, поболтаем. Эй, пошли, выпьем. 3 часа ночи, заткнись, идиот. Заткнись, шлюха. Давай. Эдди, с тебя хватит, пора спать. Они только-только из борделя, каких тебе девочек? Пока. Покеда. Так, тачку Эдди, значит, трогать нельзя, правильно? Или нас прям... Или мы домой сами доберемся? Да, глава 8. Глава 8. Неугомонные. Интересно, что ж мы будем там делать? Аптаун. 11 апреля 51 года. Так, давай, знаешь, что прямо на этом моменте мы серию заканчиваем, потому что и так уже немножко ее задержали из-за наших лагов. Спасибо, что досмотрел до конца. Я надеюсь, понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся, следи за моим каналом. Впереди еще много чего интересного. Счастливо, пока и до свидания.